Более 800 встреч с трудовыми коллективами провел в 2017 году депутат Московской областной думы Владимир Шапкин. И эта работа продолжается. Самый лучший способ узнать положение дел в отрасли, говорит депутат, особенно в отрасли здравоохранения, которая, как известно, имеет областное подчинение. В этот раз тему встречи задал президент Владимир Путин и его послание Федеральному собранию. В нем были затронуты все сферы жизни, но с коллективом Загорянской поликлиники Владимир Шапкин обсудил, конечно, вопросы здравоохранения. Дефицит кадров, отсутствие так называемой тяжелой медицинской техники, капремонт учреждений, компьютеризацию взаимоотношений врач-пациент. Эти проблемы постепенно решаются, в частности, на уровне региона с помощью целевых программ. Капитальный ремонт. Он идет. Вот 13 объектов из 20 в этом году будут отремонтированы. И эта программа зафинансирована еще на следующий год, чтобы завершить полностью капитальный ремонт всех медицинских учреждений. Если мы приводим помещение в соответствии с современным требованиям, дальше решаем вопрос, кому в нем работать и на чем, говорит Владимир Шапкин. На медицинское оборудование в прошлом году из областного бюджета было выделено 10,5 миллиардов рублей. И эту сумму мы с каждым годом будем наращивать, отметил депутат. Кадровая проблема решается совместно с муниципальными властями. Уже сообщалось, что Щелковский район занял первое место в Московской области по привлечению медицинских кадров за счет предоставления жилья. Это не понаслышке знают и в Загорянской поликлинике. Муниципальные квартиры у нас получил в 16-м наш врач, терапевт участковый. В этом же году получила врач-педиатр участковый. В этом году получает квартиру снова врач-терапевт. В целом, если возвращаться к посланию президента, внимание здравоохранению на всех уровнях будет только увеличиваться. Послание президента и наши медицинские работники, и мы по данной сфере услышали, что она является приоритетным и на перспективу, и будет финансирование удвоено. Владимир Шапкин также порадовал загорянских медиков сообщением о том, что жилой микрорайон ВШК включен в программу восстановления инфраструктуры бывших военных городков. После встречи депутат обсудил с руководством Загорянской поликлиники хозяйственные вопросы. Я себе в практику уже давно записал, чтобы эффективно решать проблемы, которых у нас достаточно много, нужно послушать профессионалов. Ирина Микеда, Александр Аржевский, телерадиокомпания «Щелково».